Всем привет, с Новым годом! Хотел бы поделиться с вами очень приятной новостью. Перед самым Новым годом Саша приехала с работы. Уже собирались начинать отмечать празднование Нового года. Ко мне подошла Саша, улыбаясь, и показала тест, на котором было две полоски. Я очень, эти чувства не передать. Я обрадовался, хоть я не показываю это, но я действительно искренне обрадовался, потому что это такое счастье. Ребенок, мне уже 31 год. И вот такой подарочек. Прям перед самым Новым годом. У нас с Сашей всегда какие-то события случаются. Мы начали встречаться вообще 14 февраля, в День всех влюбленных. Еще что-то у нас было. Узнал, что стану папой. Новогоднюю ночь, можно сказать. Если еще сын или дочь. Неважно. Хочу, конечно, больше сына. Если родиться еще в мой день рождения, это как раз конец августа, то это вообще у нас череда таких событий интересных. Будем стараться растить ребенка. Я вообще до сих пор не могу осознать этого. Хотя мы это намеренно все планировали, но до сих пор все равно какое-то смешанное чувство такие. Надеюсь, все будет хорошо. Мы вырастим. Будет трудно. Будем не высыпаться. Будем меньше спать. Шучу я. Все будет отлично. Я верю. Я знаю. Я этого добьюсь. Всех еще раз с Новым годом. Ребята, кому не сложно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. У нас будет много впереди всего интересного. И беременность. Рождение ребенка. Впереди лето, там вообще у нас много дел всяких. До скорой встречи, всем пока!